этой земле не только чтобы спать, кушать, работать, учиться. Но мы живем на этой земле для того, чтобы приготовиться к вечности. Привет! Я сегодня буду рассказывать про духовную веру. Духовная вера – это когда мы верим, что написано в Библии. Но не у всех людей есть духовная вера. Бог дает духовную веру тем людям, которые горячо молятся, искореняют грехи своего сердца и делают хорошие дела. Не все люди верят, что духовный мир существует. Они заботятся, переживают о всем, что они видят. Но мы, христиане, даже если не видим духовный мир, мы верим, что он есть. Некоторые люди думают, что у них есть духовная вера. Но если они не искореняют грех из своего сердца и не молятся горячо, тогда у них нету духовной веры. Мы живем на этой земле не только чтобы спать, кушать, работать, учиться. Но мы живем на этой земле для того, чтобы приготовиться к вечности, чтобы не попасть в ад. И мы для этого должны молиться и исполнять Слово Божие. Со всеми прощаюсь, желаю вам, чтобы у вас была духовная вера, и чтобы вы попали в новую жизнь. Со всеми прощаюсь, всем пока!